Доброго ранку, ми з України. Так, вчора ночі бахнуло, всі об этом писали. Скрывать не буду, там ракети, поэтому там корректировка не надо. Это русские оккупанты напали на предприятие из Катара на территорию нашей области. Пострадавших нет, два ангара пустых, и охранник пострадал от разбитого стекла. Видео у всех есть, я не выкладывал, потому что нечего кормить. Что еще происходит? Орки массово отказываются ехать в Украину под предлогами там любыми, не пугают их ни тюрьма, ничего, то есть все равно хотят остаться жить. Даже отказывается центральная Московия, это центральная Россия, потому что они там хоть как-то пользуются интернетом, ну или у них есть хотя бы интернет, потому что даже в их тупых головах понятно, что входит такая история, что приехал без одной руки, служил в Чернобаевке, приехал с тремя, служил в Чернобыле, приехал, хер не стоит, служил в Конотопе. Вот так вот, как они едут у нас к нам сюда, наплели им в уши, те, где нет интернета, это там дальний, это Якутия, там Мурманск, это Северодонецк, Североморск, короче, оттуда из дальней России. Мне обещали квартир здесь, что они будут героями, они интернетом пользоваться не умеют. Ну, пока доедут, им да расскажут, что здесь происходит. Вот. Также готовится путч в России, все по плану, история повторяется, имеет цикличность определенную. Потом будут психологические травмы растить россиян, чтобы они признали, что они такие оккупанты, да, но они до сих пор не верят, они хотят в это верить. Ну, как-то так и живем, готовимся к рабочей неделе.